Причины разные. Среди основных – несоблюдение правил личной гигиены и испортившиеся на жаре продукты питания. Детское отделение организовано как моноинфекция. Сюда привозят пациентов только с кишечными заболеваниями. Оно рассчитано на 40 коек, из которых 3 в палатах интенсивной терапии. Из 700 человек, обратившихся за помощью медиков, около 500 были госпитализированы. Так как отделение только начало функционировать, поэтому мы госпитализируем пациентов средней, ну, легкой степени тяжести, да, которым оказывается быстрая помощь и выписка. Пациенты с более тяжелой патологией мы пока госпитализируем в наше головное инфекционное отделение, это Дагомыс. Медики отмечают, что снижению заболеваемости кишечными инфекциями могла бы поспособствовать профилактическая работа со стороны туроператоров и отелей-курорта. Как вариант, это могут быть памятки об основах гигиены и правилах приобретения и хранения продуктов в условиях жаркого климата.